анонс и дата выхода первой серии нового турецкого сериала «Хорезмшах». Премьера нового сериала стартует уже в сентябре 2020 года. «Хорезмшах» — это турецкий сериал при совместном участии узбекских актеров. В центре событий история Джилал ад-Дина Мангуберди, последнего предводителя хорезмшахов. Он зашел на престол после того, когда все племена были завоеваны Чингисханом. Будучи молодым воином, Джилал ад-Дин сумел не только противостоять войскам Чингисхана, но и выиграть несколько сражений подряд. Джилал ад-Дин умел чтить традиции, быть справедливым и в то же время милосердным. Как бы ему ни было трудно, ничто не могло его заставить склонить свою голову перед врагом. Центром хорезмшахов является город Ургенч, который сейчас находится на территории современного Узбекистана. Первый сезон будет состоять из 13 серий. Съемки пройдут на плато Риве, где снимались такие сериалы, как «Основание Осман» и «Воскресший Эртугрул» и в Узбекистане. Продюсером Мехмедом Боздагом было отмечено, что все костюмы и декорации, а также исторические сведения будут подлинно отражать эпоху того времени. Премьера состоится осенью. Альтернативное название сериала «Джилал ад-Дин Хорезмшах».